Составил футбольного клуба «Рязань за замен». Шесть человек в штрафной площади факела из игроков салюта и заходит мяч в ворота. С мячом салют, Алишевский. Ну, если верить статистике, то в последних трех встречах факел М удаление. Малахов простреливает на Дёксева, на дальней штанге Корольков, и успевает он замкнуть навес на своего шестого номера. Не получилось. Агеев мяч подобрал, бьет и делает счет 3-0. И даже создавали моменты, хоть их было и немного. Что касается замен, поговорим о них сразу после этой атаки. Опасно, удар по воротам. Вратарь Владислав Калинчев под 62-м. Дмитрий Калинин номер 73. Номер 65-й Игорь Шестаков. Константин Ковалевский 55. Опасный момент. И еще один забитый мяч. Переживать-то счет позволяет. И я думаю, что передышка ему также лишней не будет. Крикуненко, длинный заброс в штрафную площадь. Заброс точный, удар по воротам. Факела в центре поля, он очень активен, часто с мячом. Правда, от этой активности дивидендов никаких не получает воронежская команда. А здесь может контратаку еще получить Матвеевнин, он уже штрафной. Данила бьет и забивает седьмой мяч. Закончится этот матч, а закончится он этим угловым. Еще один. Выстрела. Да, в заявке салюта есть несколько интересных фамилий, именно в том плане ребята, которые смогут усилить атаку, но вновь мы давайте попозже об этом поговорим. Гол! Не вижу я, кто умечал. Салюта. Так, подача следует. Ну и удар по воротам, и гол. И гол. 1-0. Салют. Так, подача, удар. Еще. И еще один гол тут же залетает. И кажется, снова Мастеров, да. Вот подача. Удар, да что ж такое? Дегтев. 1-1. Мастерский. Его фамилию называем. Хотя было время
чем-то запомниться, показать себя. Желмасных дальше вперед. Мяч у Агеева. Удар и гол! Вдохнули. И не дышать. Неплохо. Но Артем Цигулев справляется с этим ударом. Сразу бросает в прорыв своих. И будет бросать. Ой-ой-ой. Не, ну обидно, да?